В Ивановском троллейбусном парке пополнение. На маршруты вышли три новые машины марки «Горожанин». Современные, удобные, просторные. Одним из первых пассажиров стал глава города Владимир Шарыпов. Я думаю, чтобы понять плюсы, лучше проехать на новом троллейбусе, сравнить. В принципе, мы видим, что самое главное, что он низкопольный. Удобнее заходить с колясками, сумками и прочее. Ну и так вроде побольше мест по ощущениям. Два из трех троллейбусов обслуживают маршрут номер 4. Еще один курсирует под вторым номером. Стоимость новенького троллейбуса – 12 миллионов рублей. Одно из самых заметных преимуществ – запас автономного хода до 500 метров. Это позволит объехать препятствия, например, в случае ДТП. Троллейбус оснащен асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления. Двигатель такого типа, они надежные. Кроме того, они обеспечивают экономию электроэнергии от 25 до 30%. Кроме этого, троллейбус полностью современный и имеет много небольших, но приятных вещей, такие как электронное информационное табло и автоинформатор, кондиционер в кабине водителя для обеспечения удобства и комфорта его работы, непростой. Новые машины соответствуют стандартам программы «Доступная среда». Мамам с колясками теперь не придется просить помощи при входе-выходе из транспорта. В скором времени на предприятии ожидают поставку еще двух новых машин. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.